По сравнению с другими американскими рок-звездами, музыканты из группы «30 секунд до Марса» приходят пообщаться с прессой без охраны. В начале интервью у Джареда возникает желание стать корреспондентом про новостей, и он игнорирует приготовленный ему микрофон. Разобравшись, традиционно начинает интервью со своих любимых русских слов. Весь интернет сейчас пестрит новостями о том, что группа скоро возьмет 10-летний отпуск. Кто-то пишет, что вообще группа распадается после своего мирового турне. Мы не можем ответить на этот вопрос точно, пока мы сфокусированы на нашем гастрольном туре. Но после этого мы действительно хотим отдохнуть. Если бы я тебе рассказал про это, мне пришлось бы тебя убить. На концерте группа, как всегда, отжигает не по-детски, и Джаред не упускает возможности пообщаться со своими фанатами прямо на сцене и чуть-чуть подучить русский язык. Русские фанаты влюблены и в Джареда, и в его творчество, и поют так, что иногда не слышно самого вокалиста. Мы очень любим Россию и наших фанатов. Когда мы выступаем на сцене, за вашим пением бывает не слышим больше ничего. Но нам это так нравится. После концерта Шеннон Лето, брат Джареда и ударник 30 Seconds to Mars отправляется в ночной клуб. Но не для того, чтобы как следует отдохнуть. Он снова выступает. На этот раз в паре с диджеем. И совершенно в новом для себя стиле. Во время выступления Шеннона в клубе появляется и Джаред. Он пытается не привлекать к себе лишнего внимания. Правда, его наряд шахида тяжело не заметить. Артем Шалимов, Тимофей Могилевский, Владимир Савчук и Татьяна Данилевская. Про новости из Санкт-Петербурга.